Всем привет, ребята! Значит, сегодня будет продолжение покраска рамки экрана. Я вот это, значит, сделал вот таким образом, где буду красить, не разбирая ничего. Обклеил пищевой клеенкой. Вот такая вот клеенка. Вот краска в баллончике. Тоже буду делать два слоя перед тем, как буду наносить на протру ацетоном. Такие дела. Ну, смотрите дальше, что там получится. Вот бюджетный Asus. Издеваюсь я так немного над ним. Решил преобразовать внешний вид. Ну, работает неплохо. 8-гиговая оператива, на 500 гигов жесткий, X553, еще пахать будет, короче, несколько лет. Давай. Решил я еще нанести пару слоев сзади. В общем, вышло 6 слоев. И здесь 2 слоя спереди. Все, ребята, вот покраска закончена, рама. Ой, я сюда полоски такой нанес. Практика сервиса CM Signals показала абсолютную безубыточность и доходность для всех пользователей. Войдите в число эффективных и успешных людей. Полную презентацию и все, до свидания всем.